Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я предлагаю сделать убийцу карася на литкоре. Почему именно убийцу карася, почему на литкоре? Потому что убийца карася, в принципе, это уловистая снасть, которая показала, что она таки да, ловит рыбу. А во-вторых, потому что очень часто придумывают какие-нибудь трубочки, противозакручиватели. Для чего? Для того, чтобы в полете снасть убийцы карася она не перехлёстывалась, она не запуталась. Ну, а я предлагаю сделать это на литкоре, ну, потому что литкор в априори не будет перекручиваться. Итак, дорогие друзья, приветствую вас на канале «Рыбалка – это жизнь». Подписывайтесь на канал, будьте с нами. Что я в последнее время делаю на убийце карася, это вместо грузила ставлю кормушку. В данном случае я поставлю пулю. Для чего? Для того, чтобы, возможно, первые рыбалки будут на озере, а там надо дальний заброс. И потом кинулся, значит, есть вертлюжок, но нет застежки. И вот пришлось застежку сделать буквально за пару минут своими руками. Это видео когда-то я показывал, ссылочка будет на него. Ну все, поехали. Значит, с одного конца делаю петлю, ну и завожу туда, естественно, наш вертлюжок с карабином. Делаем петельку. Опять же, как делать на литкоре петельку, очень много видео. И смотрите, я и свое вам дам, ссылки наверху. Все. Вот такая будет петелька. И чуть попозже мы ее проклеим. И отрежем лишнее. Так, ну самое интересное теперь, как на литкор поставить вот эти наши кормушечки. Наши пружинки. Сейчас будем ставить вместе. Теперь с вот этого, со второго конца тоже убираю сердечник. Кусочек сердечника. И теперь просто нанизываю вот такой большой стопорок. Крупный. Он и предназначен для того, чтобы работать на толстых лесках или на том же самом литкоре. Вот смотрите, как оно все это получается. Берешь этот стопорок и с огромным усилием перетаскиваю его в конец. Там, где нужно поставить нам нашу пружинку. Ну а теперь одеваю пружину. Вот она пружина. Пружина стала, уперлась в стопорок. Ну, стопорок, в принципе, так тяжело ходит, что удары рыбы он будет выдерживать. Это я вам точно говорю. Ну, дальше второй стопорок ставлю. Ух ты. И вот, ну, как вы видите, пружина на месте. Ну и так дальше делаем.
Сейчас, смотрите, уже закончу и покажу, что получается. Ну что, вот такая получилась снасть. Вот как вы видите, она довольно-таки жесткая. Она не будет перекручиваться. Сюда я ставлю кормушку. Это еще дополнительно будет привлекать рыбу. С кормушкой я уже ловлю давно. Не с пули, а обыкновенной фидерной кормушкой. Теперь осталось сделать вот здесь вот в конце петельку и все. Цепляем крючки и наша снасть готова. Поставил крючочки. Поставил кормушку. И снасть у нас готова. Вот она. Крючочки я взял вот эти. Это новая разновидность Golden Catch. То ли они упаковку поменяли, то ли крючок сам. Ну, стала другая нумерация, смотрю, и другая конфигурация. Это такой вот крючок, вроде бы как вот приплюснутый. Фиг его знает, посмотрим. Время покажет, рыбалка все покажет. Вот такая вот получилась, ребята, снасть. Вот она. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Кому понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Кому не понравилось, вниз. В общем, будьте здоровы, до новых встреч. Пока.